Ладно, мать. Давай показывай, что там в твоем арсенале есть. Ну вот, сыночек, другое тело. Осторожнее, майор! Это левое или правое? А, впрочем, разница. Вы даже не представляете себе, насколько вы... Чаева, жена которой я не помню. Но кто из них? Обе, майор! Я пытался вернуть Лесну к жизни, когда ее мозг раскололся надвое. Буквально. Я хотел восстановить полушарие, правое и левое. Но процесс занял это. Хватит! Я готов поверить всем, что вы действовали в моих же интересах. Но неужели нельзя было объяснить все сразу? Сергей, прости меня. Я не знал, как поступить правильно. Правильно будет отозвать сейчас близняшек. И спокойно поговори! Прости, а тебе я не вижу не с тобой, а с коридором. Когда ты погружался в пограничное состояние, я могу прекрасно. Майор, придите в себя! Катя! Ваша жена мертва! Все тело собрало не у вас! Давай, Петри, не сдай мне коридор, пока никто не пострадал!
либо пострадал я, вы будете следующим, майор. Они оба. Ты же не убьешь свою жену! Серьезно!